Второй тур рэп-баттла открыли гости уже небезызвестный коллектив «Две столицы» вне конкурса. В общем, это мероприятие, считаю, очень продвигает нашу молодежь. Нормально, хорошо, красиво. Мы не выступаем, потому что как бы мы сидим в жюри, молодая группа. Мы такой небольшой мастер-класс, можно сказать, для нас. Словесную битву начали Паста и АК Трейс. Время давалось мало, поэтому дорога была каждая секунда. И они использовали его на всю катушку. Решил я поучаствовать на этом рэп-баттле. Наверное, из-за того, чтобы показать свои навыки. Вот, ну как большинство, наверное, MC присутствующих. Вот, с чем я хочу одолеть их? Наверное, музыкой, которая идет от души. Музыка, которая пишется от души. Карты, деньги и два ствола. Четыре туза из этой компании были настроены по-боевому. Но помогло ли им это в рэп-битве, узнаем чуть позже. Пришли на батл, чтобы показать, на что мы способны, показаться людям. Задавим наших соперников нашим позитивом, нашими текстами и музыкой. Йоу! Выиграть или нет? Выиграем 200%. И никак иначе. «Папин миниган» – отличное боевое название для группы. Но насколько хороши ее участники в бою, решать зрителям, ведь они судьи. И тут роль играет харизма, слова и подача, а не название. Наши противники полные ничего, и мы завалим их рифмами и панчем. Мы считаем, что самые сильные здесь 9 про. Мы будем с ними бороться в основном в финале. Кто же станет победителем второго тура? Осталось ждать совсем немного. Ким МС подвел жирную черту этим вечером. Участвую в конкурсе из интереса, не за победу. Кто же стал вторым финалистом? Четыре туза, Ким МС, Папин миниган или Паста и АК Трейс? Невозможно было перепутать. Больше децибел однозначно зрители выдали за одного из участников. Теперь в финале компанию 9 про составит Ким МС.